Екатерина Тунко, я студентка 4 курса, учусь на специальности международной коммуникации в бизнесе и менеджменте и приехала в Латвию из Украины, город Полтава. В студенческое самоуправление я пришла, будучи студенткой 2 курса. Мне рассказала об этом моя подруга Лена Дмитриева, на тот момент она была президентом студенческого самоуправления. В силу своих каких-то личных предпочтений я выбрала международный сектор, потому что я сама иностранная студентка, приехала, так как приехала с Украины, и я знаю, что такое, когда ты приезжаешь в чужой город, ты не знаешь ни людей, ни места, куда пойти, как, что сделать. Поэтому я решила помогать студентам, которые приезжают на обучение ВИСМУ. Сегодня мне надо будет встретить иностранного студента, поехать вечером в аэропорт. Сейчас мы посмотрим, как его зовут и во сколько он приезжает. Хуан Мануэль Эрнандес Абелан. Гранада? Нас попросили выйти из аэропорта, подождать на улице, пока секьюрити узнают, можно ли снимать камеры в аэропорту. Они пошли в полицию узнавать эти детали. Стоим, ждем. Да? Он приземлился? Да. Отлично. Хорошо. Сейчас иду. Hello, my name is Juan Manuel. I came to Riga to study business administration in the ISMA. My career is very good. I met two guys very nice. And I am ready for this year. Hombre, vamos ahí. Hola, ¿qué tal? Hola. Hello, everybody. Year in Riga, very very good, but I am very tired and I think that it's time to sleep. Okay, very thank you, goodbye.